Итак, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Очень надеюсь, что сегодня все сработает. Facebook сработает. Я очень надеюсь. Почему Facebook не работает, я не понимаю. Опять Facebook не работает. И, значит, сейчас попробуем Telegram. Telegram, Vaikra. Telegram. О, пошло, и Facebook заработал. Начать видео чат. Так, отлично. Facebook заработал, и надеюсь, сегодня Telegram заработает. Благодарность номер 10. Так, запись. И сейчас мы попробуем. Так. Отлично, работает. Шалом, слышно, видно. Я надеюсь, что сейчас и Telegram сегодня заработает. Видно, был какой-то сбой связи. Но сегодня я думаю, что все будет отлично. С Божьей помощью все будет отлично. Ну, давайте сейчас мы посмотрим. Telegram. Так. И напишите, пожалуйста, есть ли звук в Телеграме. Теперь, когда работает Facebook, понятно, что есть звук в Телеграме или нет. Ну, вроде бы есть. Да, сегодня есть и звук в Телеграме, и запись. Сейчас я еще раз проверю. Запись идет в Телеграме. Есть у нас Facebook, все работает. И YouTube тоже работает. Все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать. Сейчас я все-таки перейду в то место, где у нас будет еще дополнительный интернет. И мы продолжаем изучать Тору, потому что Тора является лучшей защитой во всех ситуациях. Тора является лучшим средством для связи со Всевышним. А Всевышний, он всегда знает, что и как делать, что, как, когда делать. Так. Но мы тоже должны стараться. Правильно? Дорогие друзья, все, мы стараемся. И вы видите, как интересно работает. В Торе есть такой закон. Игата вамацата таамин. Если ты старался и получилось, верь. А если не старался и получилось, не верь. Поэтому, видите, мы стараемся, и у нас получается. Все, дорогие друзья. Здесь будет сейчас связь точно лучше. Точно лучше. Все, связь прекрасная. Поставьте по 10-бальной шкале, какая связь. Все, и мы продолжаем изучать тему благодарности Всевышнему. Благодарность Всевышнему. Сейчас, конечно, за всю мою жизнь, 50 лет я живу, один из самых сложных периодов таких в сохранять хорошее ровное состояние. Но благодарность Всевышнему – это средство, это самый важный, мощный инструмент, который позволяет быть присоединенным ко Всевышнему. Ворота благодарности открыты всегда. Когда ты присоединяешься ко Всевышнему, то все проясняется. Моментально все проясняется, все становится ясно, понятно. Как говорится, нет нам на кого опереться, кроме на Всевышнего. Поэтому, а как опереться на Всевышнего? Благодарность. Итак, 10-й урок. В 9-м уроке Рав Шалом Аруш, он нам объяснил, что надо работать над благодарностью, что это само не приходит. Вообще изменение любого качества в человеке требует огромной работы. Есть известное высказывание Вильенского Гаона. Он сказал, что легче, говорит, пройти весь Талмуд, то есть изучить всю Тору, понять, изучить, даже запомнить, чем изменить себе одно единственное качество. Поэтому работа над собой требует усилий, требует огромных усилий. И вот он говорит. Коль скоро мы пришли к теме работы над собой, то первое, над чем нужно работать? Вот первое, это убрать из себя нытье, отчаяние и уныние. Над этим стоит работать прежде всего. То есть полностью убрать из себя нытье, отчаяние и уныние. Теперь, а как это сделать, он говорит, какой главный инструмент? Вот тоже у него, вы знаете, может быть, не знаю, с чем это связано. Может быть, действительно, в минуту какой-то опасности, в стрессе, ты начинаешь глубже понимать. Я не понимаю, что, но я раньше эту книгу читал, я не видел всей огромной глубины, которая в ней есть. Он говорит так. Вот, например, решил кто-то из нас, принял решение работать над тем, чтобы убрать
у себя нытье, отчаяние и уныние. С чего начинать? Он говорит, начинать нужно с молитвы, об этом нужно молиться. И нам сразу, вот какая глубокая вещь. Человеком управляют его желания. Теперь, если человек свое желание направляет на что-то, вот прям конкретно, я хочу это больше всего на свете, я хочу этого прям невероятно, то тогда он начинает двигаться в этом направлении. Говорит нам Рав Шалом Аруш, хочешь избавиться от нытья, отчаяния и уныния, начни об этом молиться. Начни просить Всевышнего. Всевышний, дай мне силу, я сильно этого хочу. Дай мне, пожалуйста, силу избавиться от нытья, отчаяния и уныния, а наоборот присоединиться к любви, к радости, к благодарности, к счастью. Дай мне силу, пожалуйста. И когда ты каждый день об этом просишь, раз просишь, два просишь, три просишь, 10 просишь, 100 раз просишь, то у тебя вот это твое желание, оно внутри становится твоей ценностью, оно становится твоим намерением, оно становится твоим основным направлением движения. Это очень важный ключ. Теперь, когда ты этого сильно хочешь, дальше начинается постепенное движение в этом направлении. Написано «Дерек шадам руцел алехет бам алехимото». Путь, по которому человек хочет идти, по нему его ведут с неба. То есть ты задаешь себе направление, и Всевышний ведет тебя по этому направлению. И тут же становится понятно, несколько дней назад, то, что было вот здесь тоже такая глубочайшая мысль. Он говорит, смотри, когда мы говорим о будущем, никто не знает, что будет. Никто не знает. Мы уже это учили в Экклезиасте. Человек не знает, что у него сейчас за спиной. Тем более он не знает, что будет завтра. Теперь, если человек, он в своих прогнозах, он говорит, будет плохо. Он говорит, вау, будет плохо, ноет и так далее. Что это показывает? Это показывает только одну вещь. Его желание. Потому что он выбрал сейчас думать, что будет плохо. У тебя нет никаких оснований. То есть ты не знаешь будущего. Это факт. Теперь, раз ты говоришь, что будет плохо, раз ты выбираешь даже настоящее описать в виде полупустых стаканов, в виде недостатков, это твой выбор. Это показывает, что ты хочешь очернить свое настоящее и хочешь очернить свое будущее. Теперь человека ведут туда, куда он хочет идти. Если это твой выбор, очернить, испугаться, ныть, говорить, что все плохо, на тебе, пожалуйста, Всевышний тебя ведет по этому пути, и ты будешь подтверждать свои предположения. И наоборот, человек, который хочет быть, не ныть, быть благодарным, быть счастливым, он верит, что Всевышний ему все даст, он верит, что Всевышний ему поможет. Это его выбор. Он хочет идти по этому пути. И Всевышнему в заслугу того, куда он хочет идти, это дает. Это то, что мы уже поняли в предыдущих уроках. Но как усилить себе это намерение? То есть, поняли, да? То есть, вначале нужно глубинная, центральная вещь захотеть и принять решение, перестать ныть, перестать отчаиваться и перестать быть унылым, а наоборот, прям сказать, Всевышний, я хочу быть воодушевленным, вдохновленным, пожалуйста. Дай мне на это силы, дай мне, чтобы я все время держался в этом намерении. Теперь, если у человека этого нет, да, если человек не принял решение, и он не видит обилия благ, которые для него делает Всевышний с первого дня его жизни, с первой секунды жизни, Всевышний каждому из нас ежедневно делает сотни тысяч чудес, что мы живы, что мы здоровы, что у нас есть еда. Всю жизнь Всевышний нам давал жизнь, нам, нашим родителям, нашим дедам, дедушкам, бабушкам, всем предкам до первого человека. И мы еще в нем сомневаемся. И вот человек, который не хочет этого видеть, он это не замечает, он типа это воспринимает как должное, то у него как бы нет внутри запаса вот этой вот уверенности, благодарности и запаса такого внутреннего счастья, на котором можно строить свою жизнь. И малейшее испытание, он сразу раздражается, жалуется, впадает в уныние и отчаяние. Все. И он начинает, такой человек, хныкать, как будто бы у него в жизни одни горести и нет ничего, за что он мог бы поблагодарить Творца. Теперь. Человек, который благодарный, который видит и помнит добро Всевышнего, которое Всевышний оказывал нам лично с первой секунды жизни и всем нашим предкам. Человек, который помнит это добро, он не будет вообще сомневаться, отчаиваться, расстраиваться. То есть у него столько хорошего и какая-то там одна мелочь, которая в данный момент его тревожит, такого он не будет расстраиваться. Теперь дальше, значит... В чем причина, еще раз он пишет, всего,
всего негативного, что есть в жизни человека. Это гордость и совершенно тупое предположение, что ему Всевышний что-то должен. То есть, если я подхожу к смеркой, да, к Всевышнему, что ты мне должен, если что-то не по-моему, то уже все пропало, то тогда я буду постоянно буду в гневе на Всевышнего, раздраженный, все не так, все не то. Если я нахожусь наоборот, все время в состоянии благодарности, в радости, благодарности за то, что Всевышний для меня делал, то я все время нахожусь в состоянии «Вау, Всевышний вообще». И даже если что-то не то, состояние, я говорю… Состояние понятия, обозначающее множество устойчивых значений переменных параметров объекта. Что это за… Сири включилась, представляете? Вообще, мы живем в мире чудес. Вот за это надо Всевышнего благодарить. Мы живем в мире чудес. Дальше, значит, человек, благодарный Творцу, который изливает на него бесконечное благо, стоит перед ним в молитве, преисполнившись скромности, и говорит: «Как же я вообще могу что-то сказать? Я тебе так благодарен. Спасибо тебе, спасибо, спасибо». И в конце, если ему чего-то не хватает, он может сказать: «Ну, Всевышний, конечно, ты мне уже дал столько, что просто, ну, вообще, я тебе благодарен, ну, может быть, еще чуть-чуть там ты мне чего-то добавишь, там, пожалуйста». Но это позиция, это нормальная позиция, это позиция, в которую, может, вот именно так и надо просить. И заканчивает он тем, сегодняшний урок, Рав Шалом Аруш, что нытье и жалобы – это следствие эгоизма, когда человек считает, что весь мир ему должен, в точности, как злодей Аман. Вот так считал Аман, что все ему должны, и человек, который эгоист, он все время будет: «Не додали, мне не додали, мне не хватает». Я помню, когда разговаривал с Равашером Кушниром, и он говорит, ну там, он проводит много уроков по Шломбайту, это важная тема, чтобы мир был в семье. И он говорит, вот я всем парам я говорю такую вещь: ну кто тебе сказал, что твой партнер должен быть таким, каким ты хочешь? Ну вот кто тебе это обещал? Он что, тебе в рабство продался? Он что, прям обязан быть, чтобы Всевышний тебе прям должен был дать полностью какого-то идеального, совпадающего под твои критерии человека? Нет. Он тебе дал такого, какого тебе надо. Все, прими, не проси больше, чем есть. Радуйся тому, что он дает. Будь счастлив, все. И это очень такая важная фраза. Каждый, кто уверен в том, что у него есть причины жаловаться, впадать в уныние и отчаяние, пусть знает, это все лишь от того, что он не работал над искоренением в себе качества неблагодарности. То есть тот человек, который все-таки продолжает считать, что он может жаловаться, он может впадать в уныние и в отчаяние, говорит Рав Шалом Аруш, это не потому, что у тебя какая-то особенная ситуация. Нет, это потому, что ты смотришь на ситуацию без благодарности Всевышнему. Так он заканчивает свой сегодняшний урок, 10-й. И, значит, мы переходим к Рав Зеле Плистин, который нам дает практические инструменты. Сегодня 10-й урок, практический инструмент. Он говорит, называется так: «His kindness is forever». Его доброта, она вечная. Значит, есть в псалмах Давида, есть 136-й псалм, первый отрывок. Начинается так: «Тили улам хаздо», что навечно его милосердие. «His kindness is forever», его милосердие, доброта навечно. Теперь он говорит такую вещь. Если, сколько раз в день ты переживаешь доброту Всесильного, Всевышнего, Всесильного, сколько раз в день ты переживаешь? Он говорит, бесконечное количество раз. Каждый твой вдох – это доброта Всевышнего. Каждый твой шаг – это доброта Всевышнего. Каждый твой взгляд – это доброта Всевышнего. Он говорит, сотни тысяч раз ты переживаешь доброту Всевышнего, которая ты же ее не заслуживал. Ты просто ее получаешь. И он говорит, если на это обратить внимание, и каждый раз, когда ты… Каждый момент, every moment that you enjoy anything, каждый момент, что ты получаешь удовольствие от чего-то, запах, еда, слышишь что-то и так далее, что вспомни о том, что это тебе дает твой небесный отец, твой powerful king, царь, да, creator, создатель, sustainer of universe, тот, кто поддерживает вселенную. Вспомни об этом. Каждый раз, когда ты что-то получаешь, и скажи эту фразу: «Ки леулам хаздо», его милосердие вечно.
Когда ты говоришь эту фразу 100 раз в день, он говорит, твоя жизнь изменится кардинально. Вот он говорит, просто попробуйте, 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 и вы сами увидите. Вечная милость твоя. И когда ты заряжаешься, как батарейка, как аккумулятор, да, вот этой вот верой в Творца, Килурам Хаздо, вечная милость его, то у тебя есть не просто иммунитет, у тебя есть полнейшая защита от всех страданий в жизни. Почему? Вот тут интересная вещь. У тебя сейчас очень, ну, реально, там, плохо сплю, просыпаюсь. Огромный стресс, да, страна находится в ситуации войны. Очень все напряжены, война может начать, ну, то есть, но это же все страхи, мы же не знаем план Всевышнего. То есть, все, что, чего я боюсь, и что мне не дает в данный момент лично мне спать, я нахожусь в Иерусалиме, здесь не было, вот именно в Иерусалиме не было никакого чего-то, я не видел своими глазами что-то, что лично представляло мне опасности, да? Но, когда ты смотришь СМИ, когда ты смотришь, что вокруг происходит, когда ты слышишь, то интеллект, он создает вот это вот огромное напряжение, страх, ненависть. Ну, то есть все, что сейчас происходит, вы понимаете, да, вы видите новости. И по факту это я сам создаю это у себя в голове. И вот то, что нам говорит Рав Зелик Плистин, Рав Шалом Аруш, если наполниться благодарностью, то это лучшее, что ты можешь сделать. Наполниться благодарностью, верить в милость Всевышнего. Это лучшее, что ты можешь делать для себя, для мира, для того, чтобы доброта Всевышнего сильнее здесь проявлялась. Потому что, как получается, человек же, помните, как сон Якова, лестница Якова, он спал, он убегал от Эйсава, да? Он убегал от Эйсава, думал, что Эйсав хочет его убить. По факту же никто его не убил, никто. И он лег спать, ему снилась лестница. В небо ангелы поднимались и ангелы спускались. И во сне ему Всевышний сказал, Альтера, не бойся, не бойся, я буду с тобой, все. Теперь Яков проснулся от этого сна. Ангелы, которые поднимаются и которые опускаются, ангелы, которые поднимаются, это наши мысли, слова и действия. И когда он встал, он сказал Всевышнему, знают все обет Якова, он говорит, если ты меня сохранишь, будешь меня охранять, и я вернусь в свой дом, к своим родителям, живой, здоровый, все, то будешь ты мне всесильным, а я построю тебе здесь, в этом месте, в Бетеле, построю тебе дом Бога, да, построю тебе храм, жертвенник, буду тебе принести жертвы, и десятину буду тебе отдавать. И получается, что мы знаем, чем все закончилось. Действительно, Яков прожил большую жизнь, 147 лет он прожил, и похоронен он в Марата Махпела, в Хевроне. То есть все у него было в жизни хорошо, глобально. Да? Глобально, если взять, как может быть хорошо, у него было все хорошо. Но весь вот этот момент, каких ангелов ты посылаешь наверх, и какие ангелы потом к тебе возвращаются. И большая часть страхов и страданий, которые мы испытываем в жизни, они не от реальных каких-то вещей, а от того, как мы воспринимаем окружающий мир. Поэтому 100 раз в день Килюлам Хаздо, вечная милость его, потому что вечная милость его. 100 раз в день спасибо Всевышнему, за что ему благодарен прямо сейчас. Это как раз инструмент из этой книги. Спрашивать себя 100 раз в день, за что я благодарен Всевышнему прямо сейчас и говорить об этом. Второе. 100 раз в день при любом удовольствии говорить Килюлам Хаздо, вечная милость его. И третье, такой практический инструмент по молиться о том, чтобы Всевышний дал силу видеть хорошее, видеть добро, быть благодарным и не унывать, не отчаиваться, не быть вот этими депрессивными, негативными, неблагодарными эгоистами. Потому что, как сказал Рав Шалом Аруш, причина любого нытья – это эгоизм. Ты считаешь, что тебе положено, что тебе не додали, что тебе должны, и тогда ты начинаешь ныть. Поэтому внутренне, даже если тебе хочется поныть, и ты ноешь внутренне, это тоже нытье. Это, конечно, лучше, чем ныть, наверное, внешне, вот пишет Эстер Исраэль, но реально лучше в момент, когда хочется поныть, задать себе вопрос, за что я благодарен Всевышнему прямо сейчас? И помолиться, Всевышний, дай мне возможность видеть Твою доброту, милость Твоя навечно, и сфокусироваться на том хорошем, что у вас есть, и в заслугу этого, в заслугу вашего желания
видеть добро от Всевышнего, Всевышний будет посылать добро, потому что тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. И поэтому давайте сейчас помолимся, чтобы был мир во всем мире, чтобы все войны остановились моментально. Мы верим, что Всевышний, Он хочет, чтобы люди жили на земле, что Он хочет этого. Мы видим, что население земли растет, 8,5 миллиардов. Воля Всевышнего, чтобы мы жили, а не чтобы мы умирали. Воля Всевышнего, чтобы мы любили, а не чтобы мы ненавидели. Воля Всевышнего, чтобы мы были добрые, веселые, счастливые, рожали детей, женились, любили друг друга. Это воля Всевышнего. И мы верим, бы ему нашла полной верой, что Леулам Хаздо, вечная милость его, и наступит мир из-за наших молитв прямо сейчас. Все, всем удачи, успехов. Спасибо вам огромное, что вы приходите. Спасибо Всевышнему за... Сегодня, видите, работает и Телеграм, и YouTube, и Facebook. И знаете, сколько сейчас на уроке людей? У нас сейчас на уроке первый раз 112 плюс 128, это 240 человек. 240 человек, слава Богу, слушают очень важные вещи. Если мы сейчас 240 человек скажем «Килеурам Хаздо, вечная милость его», если мы 100 раз в день каждый скажет «За что я благодарен Всевышнему прямо сейчас», то мир изменится. Мы столько произведем в мир духовной святости и добра, что оно перекроет всю ненависть. Чуть-чуть света разгоняет много тьмы. Давайте создадим много света. До завтра. Спасибо вам.